Чуть более года назад в Нерюнгри впервые за долгие десятилетия был введен в эксплуатацию новый многоквартирный жилой дом. Эта первая пятиэтажка положила начало возведению целого микрорайона. Однако новоселье жильцы дома решили отметить не так давно. Как прошло массовое мероприятие, смотрите в сюжете наших коллег. Каждый без исключения новосел первой новостройки микрорайона Сосновый сегодня вспоминает, как проходили долгие годы ожидания заветного переселения из их аварийного дома. Многие из них и вовсе не верили, что однажды настанет этот счастливый день, и они покинут свои деревяшки и обретут совершенно новое жилье. Благополучия вам, вашим семьям. Берегите свой дом, будьте такими же дружными. Сотрудничество в дальнейшем, чтобы вы сотрудничали с нами. Ну и в качестве такой приятной новости. Сплотившись в дружную команду, жильцы первой новостройки решили устроить новоселье прямо возле одного из подъездов. Накрытые столы ломились от изобилия угощений. На новоселье были приглашены как строители, которые продолжают возводить дома по соседству, так и представители Нерюнгринской городской администрации. Ну, по зданию главы города Нерюнгри Олени Николаевича мы пришли не с пустыми руками. Хоть по нашему плану застройки микрорайона здесь благоустройство предполагается, но тем не менее не предполагается установка скамеек, установка урн. Поэтому, так сказать, мы сегодня в управляющей компании дадим сертификаты. За первый год жизни в новом доме новоселы уже успели привыкнуть к новому району и ощутить всю прелесть уютных и теплых квартир. Хотели вот этим новоселям показать дружеский коллектив, перезнакомиться. Больше узнать друг о друге, пригласить руководство наше, отблагодарить вас. Один за одним возводятся красивые и надежные дома. Поэтому как и у молодого города, так и у его жителей, несомненно, впереди светлое и счастливое будущее. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.